Приветствую вас, друзья! Вы на канале Трубадур Микс. Сегодня по вашим просьбам мы с вами разберем канал «Заброшенная Россия». В этом видео увидите обзор на этот канал, а также расчет приблизительного дохода с монетизации на YouTube. Приятного просмотра! Кратко расскажу о канале. Автор канала Алексей Ушаков посещает заброшенные деревни, разрушенные церкви и пустые дома, совершает путешествия в прошлое, встречается с теми, кто еще остался жить в этих деревнях, совершенно заброшенные места и неожиданные находки. Видео на канале выходит несколько раз в неделю. Если вам интересен данный канал, ссылку на него вы найдете в описании. На канале 390 тысяч подписчиков. Последний ролик был загружен несколько минут назад. Самый первый ролик на канале появился 2 года назад. Он называется «Заброшенная церковь Савруша» или «Савруша», Оренбургская область. Он набрал 8300 просмотров. Самый популярный ролик на канале появился 11 месяцев назад. «Шок в амбаре Ивановка-Кутлуева». Он набрал 2 миллиона 400 тысяч просмотров. На втором месте ролик, который появился 9 месяцев назад, «Слабонервным не смотреть село Калинино». Ролик набрал 2 миллиона 200 тысяч просмотров. И на третьем месте ролик, который появился 7 месяцев назад, «Одна из города в деревню», этот ролик набрал 1,5 миллиона просмотров. А теперь давайте воспользуемся сайтом Social Blade и посмотрим более подробную статистику. Social Blade – это публичный сайт, и каждый из вас может им воспользоваться и посмотреть информацию о любом канале. По данной статистике мы видим, что суммарное количество видео – 310, количество подписчиков – 390 тысяч, суммарное количество просмотров – 54 миллиона 774 тысячи, страна регистрации канала – Россия, дата регистрации – 2 января 2019 года. Категория канала «Б» – это средняя категория. За последние 30 дней на канал подписалось 21 тысяча человек, что на 61% меньше предыдущего периода. Контент посмотрели 3 миллиона 564 тысячи раз, что на 42% меньше предыдущего периода. Давайте посмотрим ежедневную статистику. Ежедневно на канал подписывалось 700 человек, а еженедельно – 4900 человек. По графикам ниже мы можем видеть пик по подписчикам был совсем недавно, в марте этого года, 53 тысячи подписчиков. А в апреле наступил спад по подписчикам, более чем в 2 раза. Пик по просмотрам был в октябре 2020 года, а в последние месяцы все довольно неплохо и показатели стабильные, в районе 4 миллионов просмотров. Давайте заглянем в прогнозы для этого канала. По мнению Social Blade, при условии, что канал будет развиваться такими же темпами, то через год на канале будет более 1 миллиона подписчиков и более 162 миллионов просмотров. А через 5 лет количество подписчиков достигнет более 10 миллионов, а просмотров будет более 1 миллиарда 600 миллионов. Очень хорошие прогнозы. Давайте пожелаем каналу добиться таких результатов как можно быстрее. Перейдем к финансовой части и рассчитаем приблизительный доход канала с монетизацией на YouTube. Делаем мы это не для того, чтобы посчитать чужие деньги, а для того, чтобы понять, как развивался данный канал и какие результатом он пришел за 2 года работы, а также для того, чтобы каждый из вас смог узнать, сколько можно зарабатывать, ведя такого рода каналы. Ежемесячный доход составляет от 891 до 14 300 долларов, в зависимости от того, в какой стране этот контент просматривали. Так как у нас русскоязычный контент, мы, как обычно, воспользуемся калькулятором сервиса WhatStat. Для этого скопируем количество просмотров за последние 30 дней. Итак, расчетный доход составляет от 1200 до 1500 долларов. Возьмем максимальную цифру и посчитаем, сколько это будет в рублях по сегодняшнему курсу доллара. Приблизительная сумма дохода составляет 110 тысяч рублей. И в заключение воспользуемся сайтом «Узнать бабло» и посмотрим, сколько по мнению нейросети в среднем по YouTube с даты создания канала по сегодняшнему курсу доллара с ключной монетизацией заработал бы канал. Результат канала «Заброшенная Россия» – 3 289 тысяч рублей. Спасибо за просмотр. Если понравилось видео, обязательно подпишитесь и поставьте лайк. Пока!